Хорошая новость для жителей коммуны Бубуеч. После долгих лет ожидания в селе Бык идет строительство первого детского сада. Местные жители говорят, что оно им необходимо, потому что сейчас малыши посещают дошкольные учреждения в соседних селах. По словам мэра коммуны, население выросло, и двух детсадов в Бубуеч не хватает, чтобы охватить всех дошколят. Pe acest teren de aproape 13.000 de metri, în luna septembrie a început construcția primei grădinițe din satul Bâc. Acum muncitorii construiesc temelia acesteia, iar conform proiectului, instituția va avea două etaje și va putea fi frecventată de 160 de copii din comuna Bubuieci. Жители села Бык с нетерпением ждут, когда у них появится свой садик, и детей не придется возить в соседние населенные пункты. Băietu Mijlociu, eu am așteptat o stat în rând la Bubuieci aproape 2 ani. Nu era loc. Să-l dau la grădiniță. Pentru că nu era loc. Когда работы начались, мы очень обрадовались, смотрели каждый день и говорили, и сегодня работают. Действительно молодцы. Дети всегда ходили в Бубуеч. У меня еще двое, которые посещали детсад в Бубуеч. Всегда не было мест, всегда были проблемы. О том, что построить детский сад, начали говорить, когда я еще была маленькой. Мы рядом с городом, но детсада у нас не было. Такое большое село, а мы водили детей так далеко. Мы рады, что началось строительство с Божьей помощью, и у нас в селе будет детсад. По словам мэра коммуны, ситуация с детскими садами усугубилась в последние 2 года, когда сюда стали переезжать все больше молодых семей, и двух детсадов Бубуеч, построенных еще в советское время, оказалось недостаточно. Детский сад номер 1 рассчитан на 110 мест, а детей 160. Детский сад номер 2 более современный, построенный в 1980 году, на 160 мест, а детей 260. Работы планируют завершить в 2024 году. Мэрия Кишинева выделила на начало строительства больше 4 миллионов леев, а вклад властей Бубуеч составил 500 000 леев. Однако стоимость проекта исчисляется десятками миллионов, так что остальное приходится искать. Это довольно объемная задача, больше 40 миллионов леев. Мы предложили проект в программу «Европейское село» и получили в качестве поддержки 10 миллионов леев. Планируем просить помощь в посольствах, чтобы довести этот проект до конца. В коммуну входят села Бык, Хумулешть и Бубуеч. По данным властей, в них проживают почти 12 тысяч человек.